Рыба-кит папа рисует. Арт-часы. Привет, я Ваня. Рисую я сегодня на классных арт-часах от фирмы Игрокрафт. По ссылке в описании можешь зайти посмотреть, получить промокод по промокоду КИТ латинскими 30% скидки. А так, в принципе, если тебе вообще нравится, или ты смотришь, чтобы нарисовать, или некоторые, знаешь, говорят, а что же мне нарисовать, я не знаю. Вот сейчас я тебе скажу, что можно нарисовать. Очень легко нарисовать циферки. От 1 до 12, это легкотня. А после этого возьми мелок, он идет в наборе, и нарисуй облачко. Улыбочку двум облачкам. А между ними соедини эти облачки, соедини радуга. И сегодня я покажу, как рисовать радугу. Я часто показываю, как рисовать радугу. Но этот способ на самом деле легкотня, ничего здесь особенного нет. Просто мне это нравится делать. Это радует. А когда ты делаешь свой дизайн часов, а это возможно с такими часами, да, ты можешь прям нарисовать то, что тебе хочется. Ты можешь порадоваться. Если у тебя дождливое настроение, нарисуй дождь. Если у тебя веселое настроение, нарисуй радугу. Вот так я это делаю каждый день. Так что не останавливаясь, придумаю новые ролики. Приходи здесь, если у тебя есть такие часы, то можешь увидеть какие-то новые идеи, которые я придумаю. А после этого я уверяю, что ты будешь сам придумывать идеи, что гораздо важнее. Что хочу сказать, что такие мелки, которые вот у меня сейчас, их нужно отдельно немножко приобрести, найти. Это мелковые маркеры называются. В наборе есть белый и серебряный есть, если вы покупаете белые или зеркальные часы. Мне они все нравятся, и белые часы, и черные. Черный, конечно, мне больше всего нравится, потому что как в школе. Но я использую несколько мелков, вообще полноценные цвета, очень яркие. Сами часы всегда радуют настроение, когда детям иногда скучно смотреть на часы или узнавать, сколько времени, да, вот сейчас вся моя семья с удовольствием смотрит, что сегодня с утра я нарисую, какие интересные часы можно еще, или к вечеру, что изменилось, вот так вот. Всем хороших рисунков и пока-пока!